Всем привет! Меня зовут Ольга Рудакова, я дизайнер интерьера. Живу в Москве. Я пришла к Денису, чтобы научиться играть на фортепиано. Сначала, конечно, я очень боялась идти, потому что это очень большой, длительный процесс. У меня много знакомых, которые окончили музыкальные школы, и они всегда пугали, что это сложно, долго, на этом не найдется времени, да, что процесс прямо вот он очень невероятно непростой. Вот. А у меня есть основная работа, да, я боялась, что я не найду просто времени на такие занятия. Вот. Но оказалось все очень просто, потому что подача в школе очень классная. Уроки разбиты на маленькие части, я сама не заметила, как вот я по маленьким кусочкам добралась уже к тому, что смогла сыграть мелодию уже через несколько уроков. Вот. Поэтому благодаря вот такой крутой подаче, да, я вот уже пришла к тому, что, чего хотела. А я хотела научиться играть просто для себя, чтобы это у меня здорово получалось, то есть для своего удовольствия. И у меня уже это получается, это безумно круто. Я благодарна Денису за такой крутой курс, за такую возможность осуществить свою детскую мечту. Вот. Хорошо, что я никого не послушала, да, злопыхателей пришла все-таки. Вот. Теперь я уже умею потихонечку играть, да, и уже движусь к своей цели все быстрее и быстрее. Поэтому я благодарна Денису, его очень крутым ребятам, которые все это организовали. Спасибо вам большое. Кому хочу порекомендовать этот курс? Ну, учитывая, что я дизайнер интерьера, получается, что кому угодно, да, тому, кто действительно хочет научиться играть, кто вот горит, кому вот очень этого хочется. Вот, потому что это оказалось несложно. То есть любой человек любой профессии может научиться играть. То есть, как бы я живой пример. Спасибо большое Денису, спасибо его школе. Удачи вам! Счастливо!